Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Hill Climb Racing. Ну что, кубки, новые задачи. Какие тут у нас новые задачи? Получить 200 времени в воздухе на Hill Climber. Сделайте 3 поворота и маневр. Ну, как мне написали, маневр — это проехаться на заднем колесе. Можно попробовать. А вот сделать 3 поворота в заставе Небесной Скалы. А другого ничего не дадут, да? Понятно, именно на Hill Climber почему-то я должен сделать это все, не знаю зачем. Так, что у нас там, событие 7. Продолжить, а тут-то что у нас? Скруч, это кто-то со мной. Так, что у нас там? Так, сундук забагался, он не становится 28-м. Забагался, ха-ха, Реал, разве? Так, а почему, ребят, забагался? Вот тут нужно, ну, скажем так, 12 285 нужно. А у нас всего лишь 12 205. То есть нам еще не хватает 80 километров. Так что не забагался, просто мы не набрали нужное количество. Вот и все. Вот, да, тут, ну, вот видишь, Литис, что нет, он не забагался. Видимо, он столько было еще тогда. А, точно, Артем ТВ вышел из команды. Из какой-то команды он вышел. Так, ну что, ребята, все у них тут хорошо, все прекрасно. Лайт, Кама, Рока. В общем, всем ребятам привет. Напишем. Вот так вот. Все. Ну, а я пошел, ребят, на кубки. Сегодня попробую взять... что это такое? Вот это вот. Уж не знаю, получится, не получится. Я ненавижу воду. И это правильно написано, что воду я действительно ненавижу. Рэй, ты сейчас серьезно вот это вот? Я тебя умоляю. Я тебе говорил, ребят, я ненавижу эту воду. У меня тысячи причин ее ненавидеть. Ты смотри. Воу. Да что ты? Смотри, там чувак тоже, но он, по-моему, он выжил. Он ударился слегка на сотрясение головного мозга, но он выжил. Хорошо мы начали, да? Прям лучше, блин, не придумаешь. Так, смотри, меня опять этот драндулет. Нет, это полный. Это, ребята, был полный фейл. Понимаешь? Полный. Меня еще и назад откинули. Замечательно. Так, я, естественно, буду сейчас исправлять это все дело, друзья. Фига там чувак аж кульбит еще наворачивает. А ну-ка. Так, это чувак, это дизель у него или что? Воу, тихо. Блин. Фига там чувак, смотри, как стартанул. Вон, видно, вон, он уже где-то там впереди далеко. Да, а как он так? Я не знаю, ребята. Он куда-то упал вниз, меня почему-то наоборот подкинуло куда-то наверх. Я сверху ехал. А он, видимо, эту трассу знает, что ли, или... Я не знаю. Вот это как раз для меня. Все, просто едем, давим, как эти, да? Они там корячатся где-то позади, а мы с тобой уже... Уху! Вот такие вот финтифлюшки. Замечательно. Круто. Круто проехали, отлично. Так, нам еще, да, нужно одну гонку. Если мы займем здесь первое место, то мы и по итогу будем первыми. Но это не точно, потому что кто-то там уже вырывается вперед. Ага, тот поехал поверху. Так, чиф какой-то у нас опережает. Оу! Зачем же ты воду топал, Рэй? Ладно, я приехал здесь вторым. А по итогу-то какой будет? Посмотрим. А по итогу я первым, ребята. 7 очков. По крайней мере, я хотя бы возвращаюсь на свое место. Так, что нам тут? 2500, магнит. Так, первый снег. Во! То ли дело, первый снег, друзья мои, выпал. Так, секундочку. У меня 91 тысяча монет. Ага, эта тачка стоит сотню. ККМ. Мне сказали докачать ролейку. Попросили. Ну, давай. Подкачаем.
Вот так вот. Но ездить я все равно пока буду на... Да-да, правильно. Потому что на релики я не смогу заработать деньги, ребят. Воу. Дима. Дима хорошо стартанул, нифига там. Нет, 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 нет. А какого лешего ты свистунка тут наяриваешь? Зашибись, ребята, я приехал самый последний. Вот на этой трассе, где можно было и должен был я взять первое место, я обделался по полной программе. Вот тебе и весь расклад. Слушай, ролики меня обгоняют. Смотри, что вытворяет, а? Ну? Ух! Блин, прям вот на хвосте стояла, прикинь? Она так летела, что ж ее прям чуть ли не переворачивала там, ты видел? Ну вот, все, потерял скорость. Да, ребят, теперь фиг их догонишь. Там кто-то развился, по-моему. Че, все, что ли, поразбивались там? Да ладно. Нет, кто-то там первым, ребята. Низы. И в итоге я первым. Я доволен. Так, можно взять? Так, сколько у нас там ароматизатора управления? 2500. 2500. Ну что, поехали. О, отлично, должна быть, наверное, трасса, друзья мои. Сейчас проверим. Давай, родной. На, так переворачивай, тихо. Так, опять с домиками с этими. Отлично. Заехали первым. Блин, на этой машине как они тут ездят. А тут вообще там еле-еле такой на этот, на финиш заехал. Так нехотя. Давай, 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 давай. Надеюсь, тут никаких гор не будет. Не хотелось бы. Не, машину прям закидывает аж. Юху! Нормально. Такой звук там, блин, покатился. Ого. А что это за сундук такой? Первый раз такой вижу, ребят. Такого расцвета. Горные мосты, как тебе такой расклад? А? Как тебе горные мосты? Нормально? Я вот не знаю, ребят, надо проверять. Что за горные мосты? О, нет. Ух. Тихо. Ты прикинь? Там можно было. Ну, ребят, для меня эта трасса была немного, как тебе сказать, неизвестная. А тут вообще, по-моему, рандомно. Как, я не знаю, тут миллион трасс, наверное, закалит. Ой, опять горные. Сейчас посмотрим. Опять этот какой-то, да, ковлига. Давай вниз. Упс. Ничего страшного пока. Ага, застрял олух, так тебе и надо. Он там где-то застрял, и поэтому, ребята, я его опередил. Да ну! Пипец. Вот это, я тебе скажу, подстава была. Я каким? Я вторым хотя бы, ребят. Ну, ковлига вот этот вот на первом месте. Так, кубок по скоростному спуску. Будем брать кубок по скоростному спуску. Тут, наверное, надо было брать эту, да?
Или не надо было? Так, Тонда какой-то меня там догоняет. Упс. Упс. Ты смотри, а, жучара какой-то, Тонда. Он знал, что ли, эту трассу или что? Как, объясни мне? Почему-то все полетели, фиг знает куда, наверх, а он почему-то вниз. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. А тут ты чё? А, вон как. Ну тут везет тем, у кого, да? Нормальная подвеска и сцепление колес. Тихо. Давай, 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 да. И чего? А, тут вон как можно. Ну, тогда нормально. Нормально, ребята. Высший пилотаж, блин. Так, я третьим иду. Вот пока третьим. Понятное дело, здесь врезаться надо. Автобус, вали нафиг. Мешаешься только. Понятное дело, здесь врезаемся. Финиш, финиш. Yes, of course. А тот хотел сверху прям, видел, влетел. Ух. Прокатили всех, как говорится, да? Ну-ка. Ну-ка давай глянем. Так, 2500, защитный колесный. Горный кубок, опять. Опять у нас тут какой-то горный кубок. А, опять пещеры. Тихо. Ну и чё я так скорость потерял? Ты глянь-ка, а тот запрыгнул наверх-то. Крутой. Откуда у тебя такие колеса, бро? А, эта машина вообще какая-то другая, это типа джипа. Ну да. Слушай, а что за машина такая какая-то непонятная? Похоже чем-то на мой супердизель, но это не супердизель. Да блин, опять эти горы, а. Давай, давай, родной. Надеюсь, трасса не очень. Во, все. Отличненько, здесь у нас превосходно получается все. Так, последняя трасса. Пока по очкам мы ведем. Паршивый был старт. Может быть, вниз лучше пойти. Ну и вот что вот это вот привело мне к этому пойти вниз. Это трэш какой-то просто. Каким я там иду, не пойму даже. Третьим я пришел, да? И по итогу, какое место? Первое! Оу! Это для меня даже было неожиданно. Ну-ка. Заберем наградочки наши. Крылья, амортизаторы и 2250. Кубок. Че кубок? Городская вода? Промокание? Промокание, говорят. Оу! Тихо. Я понял. Нифига себе промокание. Ха-ха, нифига трасса, ребят. Тихо, что с машиной-то? Слушай, да оно мне и под водой, кстати, неплохо едет. Дизелек-то мой. Отлично. Так, нам еще две гонки нужно проехать. Промокание, да? Эть! Давай, 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 вытягивай.
А вот это плохо. Видел, какая гадость произошла? Да. Упал в воду, потерял скорость, и в этой воде уже еле-еле, ребята, выбрался. Не надо было мне, значит, поверху ползти. Ха-ха-ха, оттолкнул такой ее. А чтоб никому не досталось. Так. Е! Первый. Должно быть первым, да, ребят? Ну, мы с тобой здесь открываем сундук. Так, 5000, форсаж. Все понятно. И вот это, по-моему. Так, что нам тут выпадет? 2250 монет. Понятно. Так, ну что, нам нужно еще сделать гоночку. И это у нас зеленый кубок, лесная тропа. Так, тихо. Какой-то мотоциклист меня там. Да куда ты? Ты можешь перевернуться так? Да. Последний. Замечательно. Приехал, называется. Да что тебя так задирает-то, не пойму я никак. Блин, начинаешь, ребята, ее выравнивать, все, теряется в скорости. И... Что это такое, а? Вот это что такое вот было сейчас? Какого хрена тебя задирает-то так вперед, ты мне объясни, блин. То едешь нормально, то начинает его вот так вот закидывать, блин. Идиотизм. Самый натуральный, ребята, идиотизм. Нафиг, надо срочно брать ролику и гонять на ней. Я не знаю, на ролике я что-то не видел такого. Чтоб вот так вот прям закидывало нашу машину. Это что так? Да, ребят, это полная Г. Полное говнище, я тебе скажу. Просто уже выругаться охота. Не понимаю. Правильно показали, машина рухлит, колеса отлетают, блин, на любом пригорке. Сейчас вот попробуем, знаешь, что сделать с тобой? Ролику взять. Но она не прокачана, блин. Еще и горючая, конечно, нормально? Ну, сейчас, естественно, меня откинут назад. Понятное дело. Бесит. Естественно, откинут назад. Кубок лесов. Кубок лесов. Давай посмотрим. Тут нормально получилось, тут не поспоришь, ребят, все круто. Давай далее. Какой-то у тебя странный такой этот буст, старт, я не знаю. Нет, ее тоже закидывают, ребят. Неужели так и должно быть? Да ну нафиг. Просто вот посмотри, как у них едут машины. У них так не забрасывает вперед. И разгон, конечно, у нас, да. Оставляет желать лучшего. Ну, первый, да? Отлично. Приплыли. Так, давай-ка мы откроем этот сундук.
Упс. Не откроем. А монеты я так не получил, да? Турбо. Так, усовершенствовано для более быстрого разгона. А что у нас взято? А, у нас открыта еще одна ячейка. Так, давай. Так, третий уровень крыльев. А что можно поставить на ролейку? Это что такое? Даже мне надо почитать. Амортизаторы, колеса, магнит. Так, увеличить урон наносимый. Да это фигня. Быстрый переворот в воздухе. Не надо. Ускоритель мощности, ну, у нас уже стоит. Силовой ускоритель при малом количестве. Понятно. Так, при идеальном приземлении после большого прыжка в воздухе. Заснеженных и ледяных поверхностях. Ну, я не знаю, ребят, может быть, вот это убрать, а вот это взять. А магнит что? Собирайте топливо и монеты с помощью большого радиуса. Не особо мне это хочется. Блин, тут вот как раз-то... Фига там танк, вып... Ё-моё! Там мотик, ты видел, как шпарит? Да, мотоцикл, конечно, вломил там по полной программе. Я даже ничего... Эй! Ну и старт мы с тобой сделали. Рухнул, как я... Все? Этот докатался? Дилан. Слушай, а что так танк-то шпарит офигенно, а? Ни за что бы не подумал, что танк может с такой скоростью гонять. Да что у меня за старт-то такой вшивенький, а? Все что-то мне не нравится, ребят. Не угодить мне никак, да? Ни то и ни все, ни пятое, ни десятое. Я опережаю только танк. Да, третьим пришел. И по итогу, наверное, третий, да? Второй. Ну, теперь возьмем. Да, ребята, взяли. Взяли мы эти 2000 монет. Несчастных. Так, что у нас тут? Играйте в КС. Играйте все в КС. Counter-Strike? Не, фигня это. Counter-Strike. А, так, Рэй, а ты замечал, что Черепашка-легенда там каждый бой... И конец боя загрузка. Рэй, привет, босс с первой попытки. О, теперь 28 сундук. Ага, всем привет. Так, ну что, нам нужно так, сколько? 13 тысяч насобирать, да? А почему, скажем, разом процентовка-то накапливается, не могу понять. Ого. Славик, это против. Продолжить касание. Ого, новинка усиленная. Готово. Так. Металлолома 500. Особый билет. 20 тысяч, 30 гемов. 1000, прикинь, шестеренок. Так, какое у нас, друзья мои, место? 31-е, да, получается? Да, 31-е место итоговое у нас. Ну, я считаю, что неплохо. Я считаю, ребят, что это неплохо. Да не сейчас, не надо ничего. Подключение к чату, да, подключай к чату. Так, ну, я не знаю, ребят, я, наверное, на сегодня буду закругляться. В следующей серии я попробую взять вот это вот. 3000 кубков. Ну и далее в таком же темпе. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых
видосиков.